Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинг вопрос. Сегодня хотел бы рассмотреть следующий вопрос. Как вы сейчас можете реализовать эту идею? Давайте разберем, в каком контексте этот вопрос может применяться. Ну, например, клиент с коучем поисследовали возможные варианты путей достижения цели. Возникает какая-то идея, там какой-то проект, может быть, какая-то просто активность, либо какое-то действие. И вот, собственно, возникает вопрос, а как прямо вот сейчас это реализовать? То есть можно ли это вообще сделать? Или здесь нужен какой-то глобальный план? Или, может быть, если не вот как бы клиент приходит или клиент приходит к выводу, что как вы сейчас можете реализовать эту идею? Ну, прямо сейчас не могу, окей. А как можно приблизиться? Ну вот так-то, так-то, а какой можно сделать первый шаг? Ну вот, как бы можно сделать раз, два, три, и, ну, либо просто что-то одно, и уже из этого фактически идет такое вот раскручивание, такая логическая цепочка, которая приводит либо к некому плану, либо к какому-то первому шагу. Ну, здесь фактически появляется привязка ко времени, потому что сейчас идет привязка к сейчас. Да, уже сейчас нужно что-то делать, уже сейчас можно и нужно реализовывать. Ну или фактически вопрос, да, то есть звучит как, а можете ли прямо сейчас это реализовать? И здесь вот как бы, собственно, возникает вот эта история, что клиент как клиент начинает задумываться, какие шаги могут сделать. Здесь, конечно, есть подводные камни, потому что план нарисовать одно дело, а его реализовать это уже, как говорится, другая история. Но в любом случае, если совсем не думать об этом, то, собственно, вряд ли что-то само по себе случится. Даже если нет плана и есть какие-то крутящиеся мысли, в какой-то момент эта история может накопиться и как бы трансформироваться в какой-то конкретный шаг, там, в какой-то сопутствующей обстановке. Там, ну, соответственно, обстоятельства сложились удачные, ну, почему бы не сделали? Возьми, просто протяни руку и возьми. Ну, вот такая примерно метафора. Коллеги, я еще раз повторю примерный смысл этого вопроса. А что можете сделать прямо сейчас, чтобы реализовать эту идею либо гипотезу? Всем добра, пока-пока.